другая машина, другая зима, но... Те же проблемы. Ничего не меняется. История о том, как Саня уезжает со съемок. Че, Сань, задний привод, да? Да. Мы уже минут 10 так делаем. Как ты умудрился? Что делать будем? Решать проблему по-мужски. Серег, Димас! А ты как так? Типа ты с разгона, что ли, а шел? Там на камере все белое, и типа даже не видно было. Ну, типа, снег и снег. А, ты прям ехал, да? Спокойно ехал. Давай. Это на буксуе? А, нет, давай до весны все-таки подождем. Еще качает музыка, ничего. Вот сейчас финалочки будет, если трос отстреливает и разбивает что-нибудь на ней. Вот это вот прям аккурат в радиатор залетает крюк. Он лопнул и прилетел в эмку. Не, нормально. Он без крюка лопнул. Хорош, выехал. Машину из ямы вытащили, дальше она своим ходом может. Давай еще качает музыка, ничего. Колонны крашены диска на танцполе, горячо.